сначала как-то комментарий. Вы знаете, после таких игр где-то на эмоциях очень тяжело сейчас, как говорится, объективно комментировать командные действия или индивидуальные действия. Но как бы там ни было, я думаю, что при таком триллере где-то нам больше повезло. Но я думаю, это в силу старания и желания моих подопечных, которые от игры к игре, как я уже, может быть, повторюсь, все-таки доказывают, что они не играют задом наперед, потому что некоторые думают, что Академия – это, как говорится, команда, которая очки может дарить. Да, были моменты, когда у нас шло формирование, особенно в начале, когда пришло много игроков, нужно было время. Время это, как говорится, уже прошло. Я счастлив, во-первых, я рад за то, что мои подопечные, во-первых, восприняли требования мои и требования моих, как говорится, коллег по тренерскому штабу. Я думаю, вы сами видите, несмотря на то, что мы в прошлый год даже 0-4 проиграли, я думаю, Шерифа мы выиграли вначале, довольно-таки неплохо до второго гола. И сегодня, конечно, где-то нам и повезло, потому что соперник не забил 11-метровый удар. Но в целом, я думаю, что мы по игре моментами выглядели неплохо. То есть неплохо перестраивались, неплохо, как говорится, создавали компактность при владении мячом команды «Зимбру». Ну, это и есть свои закономерности, потому что команда «Зимбру» все-таки индивидуальное мастерство у игроков намного выше. Да и не только индивидуально, да и игра построена. Не зря команда прошла 3 тура в Еврокубках. И что там говорить? Вещи нужно называть своими именами. Я думаю, что, конечно, при объективности, конечно, ничейный результат был более закономерным. Но вместе с этим, раз мы выиграли, значит, нам больше нужно было необходимости. Какая атмосфера в раздевалке? Ну, вы видите, даже сейчас сюда слышны возгласы моих футболистов, потому что, что скрывать, такие футбольные клубы, как «Зимбру», не часто Академия выигрывала. Даже вспомнить, я даже не могу вспомнить, что когда-то мы обыгрывали «Зиму». Ну, вместе с этим, еще раз говорю, есть вещи, закономерности, когда руководство делает все возможное для того, чтобы и сохранить состав, и это, но все-таки есть объективные причины. Вы знаете, какие причины, потому что игроки, которые на данный момент находятся, которые были в прошлом, как говорится, чемпионате, завершая чемпионат, они все-таки большая плеяда игроков ушла. И думаю, что и сейчас тоже придется по окончании расстаться. Не по желанию, как говорится, руководства, не по желанию моему, но это человек ищет, футболист ищет, где лучше, и где он может, как говорится, продолжить свой уровень мастерства, преподнести себя на более высоком уровне. Удаление негра не является ли самым быстрым в вашей тренерской карьере? Знаете, причем за две желтые. Увы, к сожалению, даже этот факт, что игру, невзирая на то, что мы выигрываем, и нам необходимо, говорит, сохранить определенное время для того, чтобы не уводить мяч, все-таки говорит о том, что игроки, невзирая на результат, сохранить, они все-таки мысленно они в игре и хотят действовать, как будто нам больше нужно было, чем сопернику, уводить мяч. И как следствие чего, на эмоциях, я не знаю, за счет чего был удален вторую карточку, но я думаю, раз удалил судья, значит, он поступил правильно, значит, были на то основания. Всего доброго. Moldova Agroinbank și Visa îți prelungesc vacanța. De pe 21 iulie până pe 19 octombrie, achită cu cardul Visa de la Moldova Agroinbank orice cumpărătură, oriunde te afla și poți câștiga o călătorie exotică pentru două persoane, la fel și multe alte cadouri sau premii bănești. Moldova Agroinbank. Puterea stă în noi!